Для всех жителей Десногорска в День строителя на летней эстраде состоялся праздничный концерт «Город строится, город живет». Все началось с программы для детей «Микрошка». Сотрудники молодежного центра совместно с волонтерами организации студенческого актива и редакции «Поколения» посвятили ее самым маленьким жителям Десногорска. В «Микрошке» приняли участие юные десногорцы всех возрастов. Всех горожан с праздником поздравил глава Андрей Шубин. Желаю вам крепкого здоровья и вашим близким счастья, удачи и больших успехов. А затем начался праздничный концерт, подготовленный студией эстрадной песни «Ренессанс» городского центра досуга специально ко дню строителя.